О, вы уже пришли. Я еще немножко не готов тут. Ох, давненько вы что-то не заходили. Да, и я сам не звал, понимаю. Но иногда, знаете, так хочется случайных встреч, чтобы вы просто взяли и забежали так, как раньше, без повода. Но сейчас у всех свои дела, свои проблемы, это я понимаю. И с нашими общими проблемами каждый пытается справиться как может, это я тоже понимаю. Но вы все большие молодцы, да. Сегодня, конечно, канун Нового года. Не то чтобы встреча без повода. Но я очень рад, что вы пришли, правда. А я ведь приготовил вкусненького. Ну, как умею, конечно. Хотя, наверняка вы каждый раз перед приходом думаете, опять там этот старый навертел свой непонятный холодец. Каждый год одно и то же. А я ведь стараюсь, ищу, пробую что-то новое. Так хочется вас как-то удивить и порадовать. Ну и вы, наверное, во всей этой суете, в делах, нет-нет, да и думайте иногда, наверное. Вот бы сейчас оказаться дома и попробовать опять чего-то вот этого непонятного, как будто бы даже ненужного во всем этом современном многообразии. Ну вы это, заходите всегда, как только вас настигнут такие мысли. Если у меня не окажется новых историй, я вам старые в охотку перескажу. Ну, вы знаете. Конечно, настанет тот день, когда уже некуда будет приходить. Все разъедутся, жизнь поменяется. Но даже если не будет этого дома, наш с вами дом, он будет всегда. И туда всегда можно будет прийти. Просто оставьте ему немного места вот здесь. Как я держу здесь каждого из вас и каждую нашу встречу. Всегда с нетерпением их жду. Привет, друзья. Миран на связи. Давайте я вот не буду прям подробно объяснять, почему был такой перерыв. Думаю, все из вас видели, какой адочек происходил в паблике МММ ВКонтакте после одного из моих постов. Если бы вы видели, что происходило в личке. В общем, как-то совсем не было настроения на развлекательный контент. Да и сейчас мои настроения как-то глобально не поменялись, точка зрения та же. Но
помимо угроз и проклятий, мне тогда приходили еще и очень душевные сообщения. Ну, они приходили в течение всех этих 2 лет, когда люди писали, как клево было раньше, когда можно было прийти домой и часок-другой повкисать в какой-нибудь молекулярный разбор обскурного альбома с сотней прослушиваний на спотике. Да и, как я уже сказал, в начале я всегда жду момента релиза выпуска и последующего обсуждения музыкальных открытий в комьюнити. Да и правда, одним из самых важных своих достижений в жизни я считаю вот эту вот возможность объединения разных людей из совершенно разной географии на почве любви к определенной музыке. И вот как-то прошло время, и я все больше утвердился в мысли, что сейчас, в моменты, когда нас все сильнее стараются разделить, именно сейчас очень важно находить какие-то моменты, которые нас всех объединяют. Так что пока у меня есть силы, время, возможность, я буду стараться делать все, чтобы мы могли собираться, искать общие музыкальные интересы и радоваться новым музыкальным открытиям. Ну и о чем же будет этот выпуск? Да, формат MMMANS его уже не назовешь, и несмотря на отсутствие Ростомера сзади, давайте называть это номерным выпуском. Ну так вот, я попытаюсь разобрать какие-то релизы, которые успели выйти за эти 2 года нашего отсутствия. Задача невыполнимая, сформировать критерии обзора просто абсолютно нереально, поэтому, как я однажды и говорил в одном из видео, великий и ужасный рандом будет очень прилично так влиять на выбор этих самых коллективов. Особенно при условии, что в прошлом году у меня как-то не было желания сильно погружаться в прослушивание новых альбомов, и релизы прошлогодние мне пришлось как-то ретроспективно узнавать. 100% я пропустил много чего-то клевого. Однако особенно как-то радует, что в этом выпуске мне удастся упомянуть много групп, которые уже были у нас в МММ. Да, мы их уже знаем, хотя кого-то определенно оставили где-то на дальней полке и давно не вспоминали, но именно они очень сильно повлияли на эту мою интенцию сесть наконец и о чем-то таком порассказывать. Потому как, когда они начинали играть у меня в наушниках, у меня как раз и возникало это ощущение. Во, вот прям как раньше. Ну и чтобы как-то не задерживать нас особо в нашем отбытии к новогоднему столу, я постараюсь как-то осаживать себя в рассуждениях о музыкальных материях там, где музыку-то особо не всегда бывает слышно. Так что, надеюсь, сильно вас не задержу. Ну, к тому же, я думаю, в следующем году мы еще увидимся. Итак, с чего бы начать? Давайте начнем с сингла. Да, формат хоть и такой questionable для некоторых, но не сказать не могу. Новая песня Shaolin Death Squad. Эти ребята были в МММ 7 лет назад. Тогда у них выходил Minion As You Become Us, а последний полноформатный альбом у них выходил 13 лет назад. А тут они что-то выпустили новый трек, там что-то начали активно постить, зарегались в инсте очень быстро, подключились к лайв-выступлениям, и это прям очень приятно видеть. Потому как, если вы помните, эти ребята прям трушные прогрессивщики там, с кучей синтов, вот этим вот органным саундом, какой-то высшей математики в структурах, размерах, большими вокальными наслоениями и такой общей аудиальной театральщины, которая как раз-таки возникает из всех вышеперечисленных нюансов. Новый трек обладает всеми этими штуками. Он такой довольно легкий, своей математичностью он не нагружает, а именно что помогает отправиться в такой новый нетривиальный музыкальный мир. В этот раз без гроула, хотя, мне кажется, если эти ребята продолжат что-то выпускать, то и его мы там услышим, и еще много чего-то прям неожиданного, потому что уж то-что, а удивлять эти ребята прям умеют. Слушайте, алгоритмы стриминговых сервисов периодически делают прям очень приятные сюрпризы.
в этот раз порадовал Яндекс и подкинул мне группу, которая каким-то чудом прошла мимо меня, потому как они сочетают в себе какое-то огромное количество любимых мною черт. Они из Франции, играют прогрессивный симфо-дет с бласт-битами, красивыми мелодиями, смесью чистого и экстремального вокала, все очень технично, и у их вокалиста просто офигенная борода. Это группа Zeon. И вот как Алиса включила их трек разок, так я понял, что это, наверное, лучшее открытие года для меня и теперь уже одна из моих любимых групп в принципе. Вот взять их последний, третий альбом The Lithian, нет, ну, ни одного звука и ни одной нотки, которую я бы там хотел как-то поменять, потому что все настолько круто, как я даже не мог представить себе, что так бывает. И даже когда я их еще особо не узнавал на слух, и Яндекс подкидывал мне новые и новые их треки, они начинали играть, я такой, боже мой, что такое крутое играет? Открывал, и, конечно же, всегда, всегда это были Zeon. Наверное, характерная такая черта моего прослушивания их творчества — это сидеть, дико кайфовать от этих быстрых прогрессивных секций, но все равно ждать, когда же произойдет это их фирменное обрушение такой обширной припевной пачки с оркестрами, офигенными мелодиями и действительно очень сильным вокалом этого рыжего бородача. Даже как-то приятно, что эти ребята не выпустили ни одного полновеса в 2023 году. Значит, нового релиза ждать не так уж и долго. Смотришь так на небо и думаешь, вот это облачко похоже на динозавра, это там на дерево, а это на кричащего опоссума. Клон. Meanwhile. Да, далеко от Франции мы не ушли. Да, собственно, вообще не ушли, потому что группа Клон располагается в городе Пуатье, региона Новая Аквитания. И вот смотришь на фоточки этого города и думаешь, сейчас бы только пост-метал играть в одном из этих домов. Но, тем не менее, Клон — это как будто бы уже даже не очень пост-метал. Вроде метал, но местами прям такой совсем легкий, как то облачко на обложке. Но, как и оно же, иногда может так по-доброму, но, тем не менее, показать свои метальные зубы. Но это если говорить о творчестве группы в целом. Если говорить именно про альбом Meanwhile, то он, конечно, так, полегче всего остального творчества группы. Настолько полегче, что на странице их лейбла K-Scope Клон называют альт-метал-арт-рок коллективом. Тем не менее, музыка Клон очень эмоциональная, мелодичная, создающая натяжение в течение треков с обширными слоями гитар и очень уместными, красивыми и даже элегантными, что ли, барабанными партиями. За что я эту группу особенно люблю.
Слушайте, у меня и так был прям большой список групп на сегодняшний выпуск. Но когда я писал сценарий сегодня, он увеличился еще. Да, я запланировал снять выпуск где-то в сентябре, а в итоге снимаю и монтирую это все за последние 2 дня в декабре. Ну, как обычно, короче. В общем, писал я сценарий и решил посмотреть, а что еще такого в последнее время сводил Крис Идрич. И увидел там новый альбом Shade Empire 2023 года под названием Sun Holy. А я этих ребят просто пипец как люблю. Я уже про них рассказывал здесь, мы подробно разбирали Omega Arcane 2013 года и Poetry of the Illmind 2017. Это очень крутые, взрослые альбомы профессиональных музыкантов, и я их очень люблю, да, но все равно как-то больше отдаю предпочтение первым трем альбомам, где они еще были такие с industrial metal уклоном и как будто бы более дерзкие, что ли, в звучании и подходу к композиции. И вот новый альбом Sun Holy, он остается на все том же очень взрослом уровне, но как будто бы, на мой вкус, вот эта вот старая дерзость, она вернулась. Вернулись более резкие переходы в эмоциональном накале композиции. Рифинг отдает опять тем индустриальным мелодетам, который был на Zero Nexus и иже с ним. Вернулись прямолинейные электронные секции. И не такие, что вот заявкой на какой-то турбопродуманный там Иисусе оранж, а просто хотим здесь секцию с электроникой. Вот она. Еще тут довольно много чистого вокала, и вот тут мы переходим к довольно такому интересному моменту. Это первый альбом Shade Empire в принципе без Юхи Харио. Его место здесь занял Хенри Хемалайнен. И я прям очень сильно люблю вокалы на всех предыдущих альбомах Shade Empire, но, может быть, как раз-таки приход нового вокалиста и вернул ту самую дерзость в творчество группы. Так что, с одной стороны, они заиграли по-новому, да, а с другой, очень хорошо по-старому. Так что я просто приму эти изменения, не перестану, естественно, любить все предыдущие альбомы Shade Empire и начну проникаться новой любовью к альбому Sun Holy. Очень рекомендую как этот альбом, так и все творчество группы Shade Empire. Если вы их еще не слышали до сих пор, боже, сколько клевой музыки у вас впереди. Так, ну, веселые и задорные у нас выпуски сегодня еще будет, а сейчас о печальненьком. Как в плане звучания, так и в плане всего вокруг этого события. Последний, совсем последний альбом группы Курск «Преступление против человечества». Думаю, не стоит объяснять, почему именно это совсем последний альбом Курск, если хотите, вы там можете прочитать их заявление. Хотя там ничего особенного нет, оно вполне понимаемо, на мой взгляд. Ну вот их вокалист Эрки Сипянин, он сам частично вел паблик Курск ВКонтакте, благо знание русского языка позволяло общаться с целевой аудиторией напрямую. Но и я прям надеюсь, что он не вчитывался в некоторые комментарии. Потому как, насколько бы уверенной не была твоя позиция, читать такие пожелания, это очень задевает, я это знаю.
Хотя надеяться на их отстраненность от русской фанбазы не приходится. Курск всегда очень тесно общались с поклонниками. В общем, катастрофа. Но все же о музыке. Если бы не произошло то, что произошло, и я бы услышал преступление против человечества, то я бы воспылал бы уверенностью, что Курск вот-вот очень сильно, как никогда сильно расширит свою фанбазу, потому что их музыка осталась их музыкой, но раскрылась на каком-то новом уровне. В самом существе, да. Doom Metal продолжает тянуться горячей нефтью. Мелодии, как всегда, настолько же красивы, насколько и печальны. Бас заставляет булькать все внутри, а Эрки, как всегда, не пропевает, а проживает каждую ноту. Очень много всяких вокальных мелизмов, спето все очень красиво и с душой. И вот вроде все эти составляющие были у Курска всегда, но сейчас их баланс, на мой взгляд, идеален. Как раз ровно в тот момент, когда слеза начинает собираться, у тебя в глазу, а зрение становится таким черно-белым, ровно тогда Курск проливает на тебя немножко такого аудиального света. Совсем чуть-чуть. Иначе они были бы не они. И слеза на глазу уже перестает быть слезой отчаяния, а становится такой слезой от прослушивания чего-то очень прекрасного, хоть и мрачного. Вот как припев в песне «Черный бал». По-моему, это самая позитивная музыкальная секция за всю историю группы «Курск». Но когда начинаешь вслушиваться в текст, в контексте становится прям очень тоскливо. Танцы к концу, мы с тобой умрем. Случай, любовь на последнем причале. Это черный бал, мой конечный карнавал. Я прощаюсь со всем. Ну, вы знаете, я люблю контрасты как в музыке, так и в составлении планов на выпуск. Поэтому сейчас мы поговорим, пожалуй, про самый задорный коллектив из всего сегодняшнего лайнапа. Царство, в которое отправилась группа румынских ребят, предвидя конец света. Царство, где дыхание все еще зеленое, где птицы поют без устали, а цвет рек не имеет неестественных оттенков. Так создатели описывают свой коллектив Ианна. Кажется, я где-то упоминал этих ребят, хотя не помню где. Поэтому давайте для себя, может, и для вас немножко о них расскажу. Они румыны и описывают свой стиль как фолк-фолк-кор с неожиданными отклонениями. И вот на этом альбоме, что с составляющими фолк-кор, что с неожиданными отклонениями, прям все в порядке. Вот прям как я люблю. Ну, то есть мне в целом нравится их творчество, и когда там прям очень сильно преобладает прям традиционный фолк, оно крутое, но просто вот для меня как-то не для долгого прослушивания. А тут прям сказка, столько всего разного в треках. И виртуозная игра на духовых, и метальные гитары, и метал без гитар, да. И она умеют создавать драйвовое звучание там чисто за счет перкуссии и народных инструментов. Это прям очень интересно слушать. И еще они из тех фолковых коллективов, которые достигают народного звучания не только за счет использования народных инструментов. Типа, у нас есть дудки, мы поем про природу, значит, у нас фолк. Нет, и она очень внимательно обращаются к народные музыкальные традиции в целом, со всеми этими составляющими, структурными, гармоническими, оттеночными, используют все эти контрапункты, традиционную мелизматику в народных инструментах и в голосе. Вот я такое очень люблю, и это прям круто. И Alveolar, на мой взгляд, это один из тех альбомов, который ты включаешь не просто потому, что тебе хочется послушать фолк, метал, прог.
Ты его включаешь, чтобы послушать музыку. Да, прям вот просто музыку с большой буквы. Да, с элементами прога, грувы, металла, да. Но просто музыку. Так, ну и еще один релиз от нашего старого знакомого. В выпуске Дредасты я рассказывал, что Хаот из Unexpect собрал новый коллектив Von Dogma Eye. И тогда это была прям очень приятная новость. К тому же Хаот анонсировал выход дебютного альбома прям очень скоро. Прям вот-вот-вот и он вот сейчас вот выйдет. И прошло 5 лет. И дебютник Догмы вышел вот только в мае 2023 года. Долго ждали, да, но, тем не менее, не зря. Альбом получился вот прям как я и хотел. Он получился непонятным. Ну, то есть, он очень крутой. Я неистово кайфую от прослушивания, но что ты такое? Ну, не знаю, прогрессив, электроник, экспериментал, грув, метал. Этого набора тегов должно хватить, чтобы вы определились, хочется вам слушать это или нет. А еще лучше, просто не раздумывая, взять и включить это нахрен. Может показаться, что это рандомный набор нот в рандомных размерах, но нет. Это тонкая работа со звуковым полотном посредством довольно экспериментальных приемов с целью затронуть очень определенные участки сознания слушателя. Да что ты, черт побери, такое несешь? Гитары с барабанами тут создают качево, да, но лишь обрамляют инструментальную доминанту, в роли которой здесь выступает Хаот со своим 9-струнным басом с одной стороны частотного диапазона и электронные арпеджио и всякие SFX-ы с другой стороны. Вокал тут есть, но его тоже можно отнести к саунд-эффектам. Лирика подается монотонно, не спеша и с кучей постобработки. Вообще, появление этого релиза как раз идет в копилку тех самых, как раньше, впечатлений. И Хаот периодически в социалках вспоминает Unexpect наряду с Ландриксом, их барабанщиком. Да и вот слушаешь The Cult of Glitch, и создается впечатление, ну, непростые ребятки выбрали эти ноты. Эти ребята были как-то связаны с Unexpect. И даже когда я вот поначалу слушал Cult of Glitch и начинал играть какой-то там трек, у меня возникало ощущение, ну, наверное, альбом закончился, и рандомом дальше пошел Unexpect. Но я доставал телефон, нет, это все еще играло Von Dogma Eye. Ну, стоит ли говорить, что это очень-очень приятные впечатления от прослушивания. Три часа ночи, 30 декабря. Что я обнаружил? Вот это? Это актриса из клипа Von Dogma Eye. А вот это? Это одна из немногих фоток Лиландел, вокалистки Unexpect. Отсылки! Слушайте, за эти 2 года я все-таки пару раз появлялся на Ютубе у Александра Уэлша на интервью или в коллабе с «Ушами в огне», и каждый раз ребята как-то так говорили, как же так, Мират больше не делает выпуски, кто же будет говорить про какие-то обскурные блэк-метал коллективы. И сейчас я тоже решил, дай, думаю, найду что-то из блэкового, и нашел не очень блэковое.
Это третий альбом американской группы Black Panther. Тут у нас фолк, атмо, блэк с прогрессивом местами. И вот аудиализировать этот теглайн можно по-разному. И при прослушивании наибольшим образом на тебя повлияют как раз-таки те моменты, которые ты не мог себе представить. И вот на альбоме The Absence очень много таких штук. Ну вот, например, на втором треке появляется такой достаточно современный двуручный тэппинг на низких струнах, уже неожиданно. А потом в бридже появляется снэп пальцами на слабую долю. Это вообще что-то из другого мира. Но как же доставляют такие моменты? Вообще, этот альбом прям насыщен такими штуками. Black Panther и раньше-то были чем-то большим, нежели просто представителем своего жанра, хоть и эклектичного. У них всегда проскакивали какие-то фишечки, которые заставляли подумать: о, эти ребята могут делать нечто большее, чем просто фолк, атмо, блэк. И вот альбом The Absence — это прям квинтэссенция этого ощущения. И это та группа, за которой я теперь буду следить прям повнимательнее. А теперь хочется вспомнить еще одну команду, про которую я говорил здесь ровно 3 года назад в предновогоднем выпуске, который был впервые вот в таком формате на кресле без Растомера. Это еще одни французы — Terra Fossa. Тогда, 3 года назад, мы говорили про их дебютный альбом Transcendence, а сейчас они выпустили Minion Violence, который, видимо, будет являться частью их второго полноформатного альбома Inferno, вдохновленного божественной комедией Данте Алигьери, на котором, предположу, будет 9 треков, но сейчас же нам доступно 4. Вообще, мне прям очень нравятся эти все их концептуальные заморочки, и название они выбрали себе подходящее, потому как при каждом прослушивании меня не оставляет впечатление, что они как паук медленно и методично из простых составляющих ткут вот это свое полотнище неспешного прогрессивного металла, который даже не в быстрых темпах создает такой клевый музыкальный теншн за счет синкопированных рисунков или техничных тэппинговых моментов, как в треке Grid, например. Но эти техничные штуки вот вообще не нарушают медитативности. А еще с Егором Семеновичем их объединяют эти роскошные усы. Да, и вообще, состав группы, вот эти три красавца, Мэтью, Мартин и Винсент Дюбо, это еще один момент, который меня каждый раз поражает. Весь коллектив состоит из родных братьев, ну, крутота же. Может, поэтому они так хорошо друг друга чувствуют, что позволяет им делать настолько взвешенное и сбалансированное музло. Ну, давайте уже, наверное, как-то финализироваться на сегодня. Да, на самом деле, очень много есть о чем рассказать, но не будем как-то сильно растягивать. К тому же, понимаю, это все-таки как-то
довольно уставательно смотреть. Но еще один альбом, который я не ждал, ну, только потому, что я не думал, что настолько любимый мной коллектив наконец-то запишет что-то новое. Настолько важный для меня в рамках именно МММ коллектив, который был в третьем выпуске Metal Music Madness 11 лет назад. Коллектив, с которым у меня так много чего связано. Это Lunatic Guts из Словакии. Если вы его не знаете, то просто, добро пожаловать в мир потрясающей уникальной музыки, которая, ну, настолько мимо индустрии проходит, что очень обидно. У них не очень примечательное название, не очень яркие обложки, альбомы они сейчас выпускают раз в 5 лет, и звучание, миксинг не такой уж прям современный. Прям бинго для того, чтобы этот альбом пролетел у вас в фиде снизу вверх и больше никогда там не появился. Все же музыкальный мир сейчас настолько обширный, что должно сложиться огромное количество нюансов, чтобы тебя заметила широкая аудитория. А у Lunatic Guts с этими нюансами как-то не складывается. Алгоритмы могут не посоветовать вам этот альбом, потому как группа недостаточно популярная, а музыка сама по себе такая нетривиальная и насыщенная, такое редко залетает в рекомендации. И если такой альбом проходит мимо вас, то это прям трагедия. Ну и в целом так и получается, что вот за эти 11 лет я, там, несмотря на какие-то там дела, загруженность, время и все такое, стараюсь возвращаться к МММ, чтобы сделать хоть что-то для того, чтобы такие крутые альбомы находили своего слушателя. Если вы вдруг не помните, то Lunatic Guts — это атмосферик, дэт, фолк, блэк с очень неожиданным набором народных инструментов, с очень своеобразным сочетанием чистого и экстремального вокала и с каким-то просто божественным уровнем композиторской работы. Они для меня одна из тех групп, которые, ну вот, только Lunatic Guts, вот больше никто даже близко, похоже, так не делает. Уж очень своеобразная смесь у них получилась. В этом месяце у них вышел новый альбом «Vre Sovrenie». Предыдущий релиз был в 2018 году, он крутой, да, но новый прям максимально отсылает меня на 11 лет назад к моему любимому их альбому «Вольнобитие». И насколько же это теплые и приятные ощущения. Думаю, это отличный повод для нас, чтобы поселить Lunatic Guts в своей медиатеке на постоянку, если вы это раньше еще не делали. Каждое наше прослушивание, каждый наш лайк в стриминге, я не знаю, каждая наша подписка на них в инсте, все это очень важно для продвижения андерграундных артистов. Давайте сделаем хоть что-то в обмен на их прекрасную музыку. Lunatic Guts достойны этого вне всяких сомнений. Что ж, довольно прилично сегодня релизов набралось, да? И еще очень много осталось за пределами моего выбора, но о них тоже хочется как-то рассказать. И с этим надо что-то делать. Так что давайте поговорим о планах. После того моего поста в паблике МММ ВКонтакте, полный мрак. Даже пара репостов за эти два года вызвали какой-то инфернальный приток активности ботов, и не только, поэтому я решил его оставить. Не знаю, до лучших времен просто оставить. Сейчас заработал новый телеграм-канал Metal Music Madness, так что вся инфа теперь будет там к моменту релиза этого видео. Там, я думаю, будет уже какой-то вводный пост, так что со всеми нюансами, я думаю, мы там разберемся. Ну и там, я думаю, у нас получится видеться чаще и общаться ближе, чем в паблике ВКонтакте. Но общение с вами для меня это самое главное. Так что
Слушайте, ну вообще, расскажите, что ли, как вы там, как справляетесь, что интересного было в музыкальном плане за эти два года, да и вообще в любом плане. Так что пишите, я буду вас ждать в телеграм-канале или на нашем канале на ютубе. А сейчас давайте уже включим что-нибудь из этого выпуска и поедем к своим родным, близким праздновать Новый год. А если у вас такой возможности почему-то нет, но вы смотрите это видео, это уже говорит о том, что вы не одни в эти праздники. Так что до скорых встреч, друзья. С вами был Миран. До связи.